Как из личной странички в социальных сетях раскрутить прибыльный бизнес и стать богатым, не выходя из дома? Еще что будет в тренде в 2020 году и личной истории успеха известных людей? Сегодня в Кирове начался первый городской диджитал-форум. На него собрались кировские бизнесмены, блогеры, маркетологи. Программа первого в этом году образовательного форума расписана плотно на 3 дня. Готовиться начали еще в прошлом году. Из приглашенных гостей самые популярные и, как говорят, продвинутые на теме интернет-продаж и контента эксперты. Открыл встречу основатель собственного коммуникационного агентства Антон Удодов, город Москва. Мы все привыкли, что успешный блогер – это тот человек или человек, или неважно, блогер или нет, который возле огромного Мерседеса такой красивый встал, типа, смотрите. Как правильно вести бизнес в интернете, что в трендах и как лучше продать все от самолета до домашних тапочек. Вопросы, которые сейчас, когда на рынке сплошная конкуренция, покупатель не спешит вставать с дивана и делает покупки, не выпуская телефона из рук, самые насущные. Тут, как говорят эксперты, главное знать, что в трендах, а вот за ними главное успеть. Кто-то, может, уже слышал про, типа, о, блин, тренд, мы и так все знаем, есть такая история. Как правильно и прибыльно продавать с помощью социальных сетей, о чем говорить со своими подписчиками и как не потеряться в большом потоке информации. 3 дня ответы на эти вопросы будут давать те, кто разбирается в этом профессионально. В космоцентре, там в эти дни проходит первый городской диджитал-форум, в качестве слушателей кировские предприниматели, блогеры, маркетологи и специалисты в сфере SMM. Познаете вот все эти фишки, которые работают сегодня в интернете, потому что они реально меняются с такой мгновенной скоростью, что не успеваешь отслеживать, да, то есть за трендами. Для себя я уже отметил там 3 пункта, которые я буду обязательно делать. Но формат подачи интересный, нетривиальный, очень интересный спикер, бодрый, и его хочется слушать. И второе, есть реальные кейсы, интересные лайфхаки, которые, ну, я для себя уже усвоила и, наверное, буду выполнять в жизни. За 3 дня образовательного форума участники будут не только слушать и записывать, в программе много практики, примеров, мозговых штурмов и обещают даже шоу от спикеров. Те, кто не успел на первый день форума, организаторы дают 2-й шанс. Кто не успел, тот не опоздал. На самом деле мероприятие будет проходить 3 дня. Программа есть у нас вся на сайте, да, и можно там все посмотреть и быстренько-быстренько запрыгнуть в последний вагон, потому что по нарастающей все интереснее, интереснее, интереснее. Купить билеты на 2-й и 3-й день можно на сайте первого городского диджитал-форума или прямо в космоцентре перед началом работы форума. Ксения Зиновьева, информационный канал «Город».